Компания, посвященная мирным заботам короля. Мирно строить замок на выбранной карте. А зачем мне мирно строить замок? Я посылаю тебя на границу наших владений. Три лорда, которых я туда отправил, не смогли справиться с напастями, постигшими эти земли. Мы в расчете. В следующий раз, если ты будешь скрывать деньги, я поджарю не только твои книги. Я давно не получал вестей от сэра Эдвина. Мои источники сообщают, что он начал вымогать деньги у крестьян. Большую часть времени сэр Грей спит. Что ты сказал? А сэр Уильям, если только он не в очередном походе, почти все время проводит в столице, ухаживая за леди Сиреной. Я надеюсь, что ты сможешь улучшить положение в этом округе и принести прибыль королевской казне. В течение многих лет корабли находили свою гибель в этих коварных скалах. Твоя первая задача – построить маяк, чтобы предотвратить кораблекрушение. Я предоставляю тебе моего проверенного писца, Тома Симпкинса. Он тебе поможет. Да? Мои друзья живут в соседней деревне, и на них напали. Вы не можете им помочь? И что он мне там сказал? Погоди, мне надо... А, во. О, вот эти балдежные края карты. А что у меня за задание? Добиться чего? 30. Так, построить амбар. Давай амбар я построю здесь. Так, лесопилка. Ваша популярность падает. Господин, я послал несколько монахов на строительство маяка. Необходимое дерево они будут брать с нашего склада. Ой, давай склад тоже оставим. А я на склад не потр... А, нет, у меня есть склад, что это я? Давай, и рядом с амбаром построим вот эту вот ферму. Яблоневый сад, да. Производство замков. Ну, на... это как обучение здесь будет. Вооружение, городские постройки. Городские постройки пока мне не нужны. Производство замков. Ну, на... это как обучение здесь. Вооружение, городские постройки. Городские постройки пока мне не нужны. Погоди, стой. Окей. Так, меню. Давай погромче сделаем. Похоже, одной из деревень не дают покоя разбойники, мой лорд. Так. Лесопилка работает. Это у нас кто? Это у нас кто? Соседние? Так, а это мой герцог. А у меня армии вообще нет. Я только один здесь. Седло. Активная оборона. Пассивная оборона. Ну, пассивно мы осуждаем. Так, ну мне нужно яблони еще поставить, пока у меня древесина там собирается. Ну вот у меня склад. Да, я понимаю, мне же надо маяк построить будет. Маяк, 30%. Ой. У меня что-то неладное сейчас произойдет. Ваша популярность растет. Господин, еще один корабль наткнулся на рифы. Надо быстрее достроить маяк, пока не случилось новое несчастье. А как мне маяк построить? А как мне маяк построить? Я не могу ни нажать, ничего с ним не сделать. Ну, а, ну конечно, пока они тащат свои... Ваша вот популярность это... падает. Да иди ты нахер своей популярностью.
Вот они и несут древесину. Ну, если они будут ее использовать, 30%. Что такое? Завершено 30%. Что? Вот что сейчас? Давай проверим, что сейчас произойдет. Амбар почти пуст, господин. Как это пуст? Как это пуст? Давай еще построим. Я не понимаю, все от древесины зависит или как? Я не хочу первый уровень сразу проигрывать. Смотри, блин. Такс. Что тут у нас? Древесина, да? Я не понимаю, чего мне нужно добиться. Чего я добился? Яблоки собрать? Запасы провизии уменьшаются, господин. Да, яблоки собираем. Да. Да, я так сразу. Олени. А у меня людей-то хватит в городе. Давай яблоки собирать. Сейчас опять корабль приплывет и разобьется. Они древесину тащат. Я не понимаю, показаны яблоки. Вот, 40%, 50%. Хорошо, они используют... Древесину берут со склада и строят маяк. У меня 47 досок. Ну, по идее, все мне должно хватать. То есть, как бы... Июль 1031 год. Ничего себе. Август. Быстро время. Все, лето закончено. Август, сейчас сентябрь настанет и холода. Ну, видишь, на нас не нападают. А так, по-моему, если я бы взял бы режим военный, то на нас бы стали вот эти ребята нападать еще. До кучи. И мне пришлось бы в одно рыло махаться с целой армией. Так. Маяк 50%. Ну, тут явно не 50%. Блин, ну яблок много слишком. Ставь яблоками только питаться. Так, что с маяком у нас? Ну там маяк, там провизия. Запасы провизии уменьшаются, господин. Половинные рационы? Мы же умрем с голоду. А если сделать половинные рационы? Добавка? Неплохо. Двойные рационы? Здорово. Не-не. Добавка? Неплохо. Не-не, пошли нахер, полный рацион. Ага, ага, сейчас вам пол... Конечно. Я не понимаю, здесь показано процентов 50. Но это яблоки. О, кит. Видели? Видели кита? Бля, монахи сейчас споткнутся, упадут. 70%. Ну, почему два монаха работают? Почему не три человека? Было бы же быстрее намного. Так, яблочки собираем. И маяк почти построим сейчас. Вот что прекрасно в этой игре, это музыка. Вот может, музыку можно погромче сделать. Вот музыка, это, конечно, шедевр здесь. О, почти маяк достроили, смотри. Блин, тут даже прогресс есть строительство. То есть даже есть прогресс строительства. Давай я так буду мышкой. Ваша популярность растет. А так можно? А, так можно тоже.
Ваша популярность растет. Все, маяк достроили, яблочки тоже сейчас соберем. Маяк 90% КЗ. Представляешь, какую пользу это принесет нашей стране. Теперь, когда ты обеспечил безопасность морских торговых путей, я могу дать тебе более достойное задание. Да. Маяк построен и зажжен, господин. Хорош. Да, дальше миссия пошли. Скоро состоится посвящение в рыцари. Я хотел бы посвятить тебя, но сначала ты должен научиться жить как истинный лорд. Том Симпкинс научит тебя всему, что ты должен знать. Добиться 10 свиней, 10 королей и 10 провизий какой-то. Я не знаю, что это. Совет, подсказки. Ладно. Мой лорд, давайте построим кухню. Тогда вы сможете устраивать пиры и тем самым прославитесь. А где мне кухню строить? Почему у меня такое маленькое владение? Давай поставим у забора. Вот тут. Проще всего добиться уважения, если хорошо кормить своих крестьян. Охотничья избушка вот здесь подальше пусть стоит. Если построим пару охотничьих избушек. Давай парочку избушек вот здесь. Давай. У меня людей нет. Мне нужно пару домов поставить вот здесь, желательно. Оп. Ну и все, хватит. Один дом, не больше. Так, 10 свиней мне нужно, хлев. Ой, я не знаю, ну давай здесь. И морковь. Блин, хорошая так... погода позволила фермерам собрать рекордный урожай. Скоро они доставят его нам. Давай, может быть, так. И корона. А что мне корона дает? Как мне корону дополучить? Как мне получить корону? Ребята, идите работайте. У меня 16-16 занято. Две охотничьи избушки. А как мне корону получить? Люди просто боготворят вас, сэр. Мощь армии. Во, пираты, церковь, ноль, амбар. Амбар, танцы, монастырь. Пиры, пираты, я прочитал. Люди просто боготворят вас, сэр. А как мне выйти-то? Так, все есть, свиньи есть. Наверное, просто... Ой, какие-то люди сидят. Мне нравится во второй части. Тут прям уделяют время жителям. Да, они хер пойми, как сделаны. Непонятно как. Но все равно. Они есть. Они живы. Они живут здесь. Так, морковка, амбар. Так, амбар мне не надо купить. Может, амбар? А как мне понять, насколько амбар заполнен? Может, надо еще амбар купить? Давай еще амбар поставлю. Мы уже построили это здание, мой лорд. Мне казалось, можно еще. Блин, как-то это жестоко слишком выглядит. А я добьюсь чего-нибудь? Нет, свиньи у меня... Тут все, ладно. Или можешь еще один хлев поставить? Давай еще один поставлю. Я думаю, рабочей силы у меня хватит. Все-таки у меня 16 человек тут написано. 4 у меня лесопилка. 4-6... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
14. Дом надо еще, да, дом. Давай еще домик поставим. Построим домик маленький. Все, 17 из 24. Сейчас эти бомжи сюда побегут к нам, к костру, и все найдут, что, чем заниматься. Я так понимаю, что если нет дела, то люди начинают грабить. Во, смотри, видишь, он сразу превратился в крестьянина. Яблоки жрут, падал такие. Лучше бы не жрали яблоки, а все это... Вот, 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 смотри, пошла готовка. Ну. Давай так, да. Ну, у меня же нет гусей. Или есть? Или гуси, это у нас как... Нет. Ну, давай делай что-нибудь уже. Что я ждать буду, добиться? Я добиваюсь. Что там, корабли не тонут? Маяк горит. Зименхолл. А здесь люди не работают, спят. Ага. Тут уже замок конкретный такой. Это большой замок, я так понимаю. Я так понимаю, это большой замок. Основной. И здесь свой король. Нам же их показывали, да. А это мы здесь, вот. На границе. Ну ладно, ничего. Начинаем с малого. Ой, корона пошла. А почему корона пошла от амбара? Амбара. Добавка? Неплохо. Двойной рацион, да? Давай отсюда тоже пусть пойдет. Пища. Вот, свинья одна есть. Одна свинья. Ха. Две морковки. Может, что-то по приколу еще построить? Пока я могу только дома строить. Надо будет потом попробовать военный режим. Так, вот здесь какие-то наемники. Здесь явно войной пойдут на меня потом. Правда, здесь болото. Я не знаю, как у них это получится. Надо будет обойти через болото. Тут замок. Ну, тут, я так понимаю, мирная территория. И тут тоже мирная территория какая. Ну тут ничего, бомжи какие-то. И разрушенный замок. Так, корона. Не та, которая заразительна. Здесь типа они цикл у них есть, свои яблоки. То есть они, видишь, цикл, когда их сбор ведется, и цикл, когда они зимой. Плюс 8. 7 короны. Здесь какие-то проблемы. Здесь все нормально. О, это тоже замок. Уже замок. Блин, я тоже себе хочу такой красивый замок отстроить. Честно. Так, корона 7. Надо 50, да, или сколько там? Сколько надо добыть? 30? 7. Ну, 7... Ну, 50, да, надо. Долго? А можно это ускорить процесс как-нибудь, нет? Еще один дом поставить. Еще один огород втюхать. А куда его втюхивать? Некуда. Свиньи. Ну так пусть они стоят. Так, а здесь? Хижина. Так, 30... А вот у меня сидят эти бездомные. Надо им работу дать какую-нибудь. Избушку еще, допустим, поставим. Какая-нибудь избушка пусть здесь стоит, вот здесь.
Еще одна. Сейчас один, видишь, пошел работать отсюда. Ой-яй-яй, привет, свершилось. Стрим коротенький, я в 7 вырублю сегодня. Я сегодня играю в очень хорошую игру, которая называется Stronghold 2, все в названии написано, указано. Купил ее по скидке. Сама она по себе стоит рублей 400, по-моему, или 300, а со скидкой за 130. Корабли больше не плавают. Как-то медленно все происходит. Ты обещал в понедельник. Я ничего не обещал, у меня свои какие-то планы там, поэтому я ничего обещать не буду. Если появится анонс, значит появится. Если нет, значит нет. Если стрим появится, значит появится. Если нет, значит нет. Другому никак. Я не могу отменить все какие-то свои планы. Порой мне просто не хочется стримить вот сейчас в последнее время. А порой что-то дела какие-то есть, и поэтому я не могу стримить. Так, половина свинюшек у меня есть, 13 корон, но надо 50, много еще. Следующий стрим, вот я не скажу, я не знаю. Когда будет, тогда будет. Я же на Твиче еще стримлю. Я на Твиче иногда стримлю. Я не понимаю, не знаю, почему не заходите вы на Твич. Там тоже стримы есть. Вот был до этого стрим, а 2 часа стримил почти. Я смотрел эти анимешки. Надо будет потом запись стрима удалить. А то мало ли авторские права полетят. Так, ну здесь я не знаю. Здесь как-то дичи очень много. Смотри, тут свиньи, лоси. Или это кто? А, это коровы. Кто это? Лошади. Обычные рационы. А почему короны не прибавляются? Рационы. Здорово. Единицы провизии. Ежемесячная поставка. Ну, хлеба же у меня нет. Сыр у меня есть. У меня хлеб не пекут. Но сыр есть. Во, плюс 2 короны теперь. А здесь? А когда будет пир? У меня виноград не производится. Там супер обнова, туалет, бравл. И ты намного легче сможешь развиться. Поэтому я надеюсь, что на следующем стриме будет Roblox. Посмотрим. Я пока хочу в эту игру поиграть. Ну, я постараюсь какие-нибудь шорсы выкладывать, просто надо. На двух каналах причем. Блин, почему так медленно? А можно, кстати, ускорить? Настройки. Начать заново настройки. А можно ускорить процесс? Я не знаю, что такое. Я и боюсь нажимать на кнопку «Вольный человек». Сейчас что-то все собьется. Та-та-та-та-та. Ну, сыра у меня тоже нет, смотри. Сыра у меня тоже нет. У меня сыра тоже нет. Не производится. У меня мясо есть немножко, мясо. Я не знаю, может быть еще построить хлев? Вот здесь. Еще один. Вот, смотри, и пошел мужик работать. Мужик пошел работать. А пир, а здесь как понять, когда готов будет? Яблони высают. У меня так много всего. У меня очень медленно прибавляется корона. Очень медленно. Мне надо 50 добить. Двойные рационы. Здорово. Люди все жрут. Так, а здесь что у нас?
Отключить. А, нет, отключать не надо производство. Хижина. 256. Еще обнова в той игре, которую мы называем графику. Я понял. Гуси. Давай я все включу. Я не знаю, на что это повлияет. По-моему, ни на что это не влияет. У меня сейчас будут свиньи готовы. О, еще корона. 25, половина ровно. Не понимаю, как мне корону получать. У меня и так двойные рационы стоят. Двойные рационы? Здорово! У меня и так двойные рационы стоят. И при этом корона не повышается, 25. Может быть, пир будет какой-то? Чего-чего? Не нужно оплатить налоги? Ну и ну. Ждет поросят кто? Тебе еще просят надо? А как понять, когда у меня будет пир? Я могу еще построить хлев. Вот прям здесь. Благо, пока чумы никакой нет здесь. Очень хорошо. Блин, там свиней забивают. Ужас. Ненавижу. Я не могу строить. Я не могу больше строить. Я не могу больше строить. Мне нечего строить. Я не могу. Уже негде. Все, и так все заполнено. Уже и так у меня свиноферма тут. У меня сколько? 5 этих свиноферм. 5. По-моему, уже перебор. Вот раньше, помню, игра была такая хорошая в ВКонтакте под названием Фармандия. Жаль, больше ее не поддерживают у нас. Так, 25 корон. И чего? Вот, снова корона есть. У меня в основном яблоки и немножко мяса. Хорошо, давай еще построим избушку охотничью вот тут. Еще один пошел работать, смотри, сейчас пойдет охотник. Блин, все так просто, но и большего не надо. Можно буквально так следить за тем, как работа идет. Смотри, молодняк бегает. Одного уже зарезали. Не, это олени, так они просто здесь бегают. О, корона начала прибавляться. Хорошо, плюс 2. Они приносят сюда свиней, но чего-то не хватает. Ожидание уважения 34. Какая вообще игра в Roblox тебе больше всего нравится? Да, соревновательные игры. Ну, я играл в футбол, мне футбол понравился. Соревновательные, где много людей. Вот футбол, да, там, где играют... Там сколько играют? Там было 6 на 6 или 5 на 5? 3, 4... По-моему, 5 на 5 игра. Вот. Да, футбол соревновательная. А про Скибиди? Ну, Скибиди мне не заходит. Потому что, ну, ты против ботов. Вот если играть в Tower Defense, то лучше играть в Kingdom Rush. Вот. А из игр, которые ты сказал, именно что соревновательная, это про футбол. А если среди Скибиди выбирать, то... то там, как вы называете, графика, вот, по-моему, получше. А где у меня, я не понимаю. У вас когда-нибудь бывает дежавю? Несет свинью на кухню. Что толку-то он не...
Блин, тут даже можно с животными общаться. Добрый вечер, сэр. А. Добрый вечер, господин. Блин, они даже, у них разные фразы. Где-то здесь должна быть какая-то дичь. Так вот она вся здесь находится, иди отстреливай, иди стреляй. О, гусь. Или кто, где-то у кого? Где-то здесь должна быть какая-то дичь. Алкаш какой-то. Хорошо, пошли. Пошли. 35 золота. Ой, 35 корон. Мало. У меня короны только из-за амбара растут. И то плюс 0 сейчас. А теперь плюс 2. Короче, надо шорцы. Мы, кстати, новый компьютер прикупили. Второй, мой другой. Он, по-моему, раза в 3 точно мощнее вот этого, на котором я сейчас сижу. Поэтому я думаю, потом, если бы, конечно, деньги бы собрали там на стримах, я, может быть, себе какую-нибудь игру бы купил. Такую. Посерьезнее. Сидел бы. Вообще, у меня сейчас такая тема популярная, как AI-редакторы. То есть, ты на каком-то сайте, по-моему, Dream что-то там. Но оно сразу вот AI Dream что-то там. Ты берешь фотографию, загружаешь ее туда. Любую фотографию, скачанную из интернета, себя сфотографировал, не суть. И дописываешь какой-то текст на английском языке. Можно и просто через Google переводчик, да, там впендюрить. Он это обрабатывает на сайте сразу. И ты что-то. И ты получаешь готовое видео 5-секундное, которое. 5-секундная, которая основана на этой фотографии. На этой фотографии. И на том, что ты написал, что должно происходить с этой фотографией. Скибиди смотреть будешь? Нет, сегодня я уже не буду смотреть. Посмотрю завтра, видео залью на второй канал. Я не понял, мне под последним видео про Скибиди мне написали какой-то комментарий негативное, что якобы я не слежу за сюжетом, ничего не понимаю, и мне написали что-то, о чем я говорил в самом видео. То есть человек не удосужился досмотреть видео и что-то написал. Буквально слово в слово, что я написал, но только он мне это вкинул как претензия. Там он сказал, они там то-то, потому что то-то, ты вот не смотришь якобы. А я, по-моему, со второй половины видео то же самое сказал. Хз. 43, кстати, почти уже корону добил. Ой. А здесь крестьяне дерутся против... волков. Волки. Волки убивают все хозяйство. Смотри, несчастные бедные овечки. Смотри, что они делают. Смотри, вот это вот жизнь здесь, конечно. И нормально волки себя чувствуют, да? Волк забодал мужика. Волк 80 килограмм. Забодал мужика и прилег. Я так понимаю, мне потом надо будет все с этим решать тут вопросики. Так, а здесь все нормально, да? Этот спит. Где он? Кто ему только меч в руки дал, этому пенсионеру несчастному? Так, у меня как бы все хорошо. Собачки бегают, корона не накапливается. Ненавижу. А почему она... Вот, теперь 2 снова. Так, что я сказал, я посмотрю серию, но потом и отдельно видео запишу. Потому что лучше я буду видео записывать, чем на стриме смотреть. Потому что я на стриме ты посмотришь, и что толку-то, да? А так ты видео записываешь, никто и все с нуля смотрят. А вообще, откуда узнал про эту игру? Играл в нее в детстве. Потом играл в нее в детстве. Потом зашел случайно на какой-то старый
стрим Куплинова, где он играл в первую часть этой игры. Я такой, ой, блин, я помню вторую часть, она мне безумно нравилась. Она такая спокойная, здесь хорошая музыка, приятно играет. Я могу даже погромче сделать, если не слышно. Здесь графика такая, да, старенькая, как в Варкрафте третьем, даже похуже. Не, как в третьем Варкрафте, наверное, получается. Но это не означает, что игра из-за этого плохая. Потому что она просто старая, у нее графика не соответствует. Вот, плюс 2. Двойные рационы, здорово. Да харе, почему двойные у меня... Двойные рационы, здорово. У меня корона не накапливается. Плюс 0. А как мне понять, вот здесь что, как происходит? Ожидание уважения 34. Какие гости ожидаются? Какие гости ожидаются? Кто ожидается? Где гости-то? Какие гости? Я ничего не буду строить больше. 43. Не кормят? Что, совсем? А как думаешь, Матвей, любитель Scratch TD сделал для тебя? Ну, мне надо, чтобы он ее скинул мне. Мы же умрем с голоду. Он мне должен ее скинуть, я потом должен найти время, чтобы зайти посмотреть. Если он сделал то, что я плюс-минус описывал, тогда вообще круто. Но я предлагал ему по героям доты, но как получится. Но если он уже сделал, то здорово, я зайду, оценю. Надеюсь, мне найдут работу, а то я скоро засну. Да, найдем. Блин, я столько зданий построил. У меня просто 10 человек стоит. Просто стоят у моего замка. У меня корона будет накапливаться. Я должен вечно ждать. Мне нечего строить. Склад. Они соседних кур убивают. Вы что, обурели совсем? У меня так 4. Закрыть эту панель. А как мне уничтожить здание? Работа остановлена, мой лорд. Крестьянин уже идет. Так, ну у меня все хорошо. Тут просто пока проблем нет никаких. Потому что когда играешь в другие режимы, там где все полноценно. Тут там чума всякая, ямы вот эти вот. Ну понятно, средневековье типичное. Можешь еще одну избушку... Нет уже их. Ну пойдем отстреливать оленей. Я не знаю, что еще здесь делать. Двойные рационы. Здорово. Добавка. Неплохо. Обычные рационы. Половинные рационы. Мы же умрем с голоду. Да пошел ты, умрется. Умрет он. Рационы. Здорово. Ой, боже мой, корона не накапливается. У меня бесконечный здесь склад. У меня бесконечный склад вот этого всего. У меня бесконечный склад свиньи и овощей. Здесь готовятся блюда для пиров. Слуги, работающие на кухне и в палатах леди, живут в пристройке неподалеку. Все деликатесы для хозяйства скала хранятся над кухней. Затем повар готовит из них блюда для пиров. Пажи относят готовые блюда в замок и подают на стол лорду. А, может быть, лорд должен вернуться? А где лорд? Добрый день. А вдруг лорд вернуться должен? Какая из новых серий Скибиди больше всего... Ну, я не смотрел последнюю совсем. Чё? А вот они пошли работать, а я просто херней занимался. Я не знал, что лорд должен у меня находиться в замке. Вот они сразу готовить пошли. Рационы. Здорово.
Я не знаю, последнюю серию, если там недавно выходила, я ее не смотрел. А которая предыдущая, ты сам можешь сказать, ты сам можешь посмотреть реакцию мою еще раз и убедиться в том, что вот, которая, ну, которая последняя у меня на втором канале, вот она мне понравилась больше всего. А, нет, наоборот. Предпоследняя. Я не помню какая, я не помню, они сейчас редко выходят, я не помню уже. Ну вот, выходила серия, которая мне вообще не понравилась, а после нее мне очень понравилось. А ты помнишь, сколько у тебя убийств... Нет, не помню. Думаешь, я помню это? Я это не помню. Нет, не помню. Во, 45. Давай, 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 сейчас будет корона. А то так бы я вечно бы копил бы с этого амбара короны. Я не помню, сколько у меня там убийств. Думаешь, я помню? Я заходил туда, когда... В Roblox. Даже, по-моему, не на прошлом стриме. Я даже не помню на прошлом стриме, во что я играл. Игра приятная, вот просто приятно сидеть в ней и играть. Вот что-то все ходят, жители, люди. Мне нравится такое. Спокойная игра. Не... Вот Dota, какой бы она бы соревновательной не была бы, но она вот через какое-то время надоедает. Хотя в ней сейчас будет скоро новое обновление. Надо будет его завтра посмотреть, снять видео коротенькое, рассказать там что да как. Сегодня будем смотреть. Типа у меня там уже 2 5-звездочных и 2 секретных. Ну, ты играешь же постоянно, я-то редко. Это то же самое, что, допустим, ты занимаешься в каком-то виде спорта несколько лет и спрашиваешь у новичка, условно, какой у него там рекорд. Конечно, он тебе ответит, что у него рекорд... Во, все, 50. Этот пир прибавил вам уважение, мой лорд. 85. Если мы будем часто устраивать такие пиры, король обязательно произведет вас в рыцари. Все. И че? Обычные рационы. Своими поступками ты доказал, что достоин этого титула. Стань, сэр рыцарь. Сэр рыцарь. Спасибо. И что дальше? Люди просто боготворят вас, сэр. Люди ненавидят вас, сэр. Ой, следующая миссия. Во. Расширяем владение, я так понимаю. Теперь, когда ты посвящен в рыцари, я поручаю тебе управлять еще одним поместьем. Там ты найдешь разрушенный замок. Я повелеваю вернуть ему былое величие и как можно быстрее туда переселиться. А что мне надо сделать? Из-за летней жары высохла земля и гибнут растения. Мне кажется, нам следует защитить себя от пожара и переехать как можно скорее. Добываемый камень можно перевезти на телеге. Так, камень мне надо построить. Каменоломня, 2 штуки. Теперь соседнее поместье принадлежит нам. Монахи помогут отстроить... Так, это что такое? Сарай возчика. А что, зачем мне? Нужно обеспечить их камнем. Как только на складе будет камень, мы можем отправить его на телеге. Давай пару буйволов. Так. Господин, мы совсем беззащитны перед пожаром. Я бы посоветовал срочно выкопать несколько колодцев. Колодцы где? О, колодец. Колодец раз. Колодец два. И колодец три пусть здесь стоит. Вот тут. Вот тут. Вот тут. О, нормально колодцев тебе хватит, друг мой? До поражения. Ой-ой-ой. Так. А как мне замок восстановить? А вы сами пойдете? Вы сами пойдете замок восстанавливать? Где? А где склад? Я могу еще склад поставить? Они сами-то пойдут? Или мне на свой склад поставить?
Наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь, водоносы смогут его... Водоносы где? Начались пожары, господин. Нам надо скорее переезжать. Наш деревянный замок долго не простоит. Блядь. Куда бежит? Куда побежал? Ну, я хотел узнать, сколько у тебя киллов, просто чтобы понимать. И, кстати, перед стримом я очень хочу найти сервер, где прошли полностью самый сложный мод, и там за одного убитого монстра дают 1200 гемов. А вы не охренели ли жрать здесь, эй, господин мой? Они бегут в тот замок. Я не понимаю, где люди мои? Мне же сказали, что... Я понял, ну потом, все потом. Каменоломня! Горит! Не знаю, еще водоносов поставлю. Блин, у нас горит сейчас, а водоносов-то нет, потому что они все бегут очень медленно. Все, сломали. Все, потушили. Потушили. Все, потушили, да? Пошли работать. А я не понимаю, сказали же... Сказали же, что будут вести. Сэр, вы еще не пользовались услугами возчика? Давайте я объясню, как отправлять товары. Сначала выберите нужные товары. Это можно сделать с помощью... Наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь, водоносы смогут его водоносы, потушить. Водоносы, твою мать, бегите быстрее, эй. Выберите товары. Отправка будет отменена, мой лорд. Нельзя здесь строить, мой лорд. А какого хрена волки всех переубивали, если у меня охотники есть? Какого? Ты, балбес, иди сюда, охраняй. Иди сюда, охраняй. О, нормально. Ну потом, потом, потом. Выберите товары. Так вот. Надо еще хижину, получается, построить. Блин, этих хижин уже у меня столько здесь. Ужас. Наш замок в огне, мой лорд. Да похер, надеюсь, там у меня эти водоносы. Смогут его потушить. У меня водоносы есть. Вот сейчас, мне кажется, они заработают. Выберите товар. Давайте, добывайте быстрее, пожалуйста. Ноль. Почему ноль? Они не добывают камень нифига. Работа остановлена. А, ты вообще всех вырубаешь? Крестьянин уже идет. Работа остановлена, мой лорд. Ну, у меня дерева много. У меня дерево 520, мне на все что угодно хватит. Пусть пока древесину они не собирают, а идут собирают... Блин, ну я не хочу проигрывать. Волки эти, падлы такие. Выберите товар. Я жду, когда они соберут камни. У меня камней нет. Не камни, а этих. А, у меня столько незанятых. Еще каменоломню поставить. Мне потому что камень нужен.
очень много камней. Выберите товары. Ну смотри, я слежу, буйвол идет. Буйвол, а там он не... А нахер я вот это все строил, если оно, типа, не считается. А куда он пошел, буйвол? Он пошел пешком, он пошел, я понял. Угу. Давай еще буйвола, еще одного. Наш замок в огне, мой лорд. Опять. Надеюсь, водоносы смогут его потушить. Колодец. Колодец здесь. Два колодца там стоят. Здесь колодцы везде стоят, все хорошо, рядом с водой, так что можно не переживать. Все, это пусть они не работают здесь, производство остановлено. Выберите товар. Где буйвол? Буйволы идут очень далеко. Буйволы, давайте быстрее, буйволы, пожалуйста, быстрее. Почему они по каким-то тропинкам идут? Тут же можно зайти, нет, залезть? Быки верзила. Я специально сюда короля поставил, рыцаря, чтобы он отбивался от волков, потому что эти бесполезные лучники, блин, как в гусей стрелять, так сразу. Во, бежит, 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 бежит. Так, ну у меня 5 лет есть. Вот камни, камни. Сейчас тут тоже должны появиться, да? Выберите товар. Вот. Теперь укажите их количество, ваша милость. И, наконец, выберите поместье, куда нужно отправить товар. Выберите товар. Выберите товар. Выберите количество товара. Укажите частоту отправки. Выберите пункт назначения. Вот сюда. Я выбрал. Все, он поехал. Угу, вижу. Молодец. Мне древесина пока не нужна. У меня 466 древесин. Выберите товар. Отправка будет отменена, мой лорд. В смысле, отправка будет отменена, мой лорд? Вот он везет камни, или что он везет там? Наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь, водоносы смогут его потушить. Во, пошли монахи собирать камень. Они не торопятся, им похер вообще. Плевать. Во, пошли. Телепортация, современные технологии. Во, пошли камни. Сколько надо? Выберите товар. 13. 6, 6, 6. А как понять, сколько здесь? Ну, они постоянно носят туда, значит, нормально отстраивают. Давай, вези еще. Выберите товар. Буйволы несут. Наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь, водоносы смогут его потушить. Плевать. Буйвол идет. Второй буйвол идет. Бежит. Еще буйвол. Давай, ребята, активнее работайте. Сколько здесь? 12%. Сейчас соберут нормально. Рыцарь звание у меня. Так, еще. Выберите товар. Выберите товар. У меня сразу большая поставка. О, пошли. Сколько? 12%. Ну, блин, я бы сообразил, бы сразу все понял. Так, 12, 15. Ну, по 1-2%. По 1% каждый мужичок. Выберите товар. 34 уже, да? Отправка будет отменена, мой лорд. Зачем?
Блин, а больше мне ни камни нигде не могут добыть. Тут, там. Нет, больше тут никуда не вмещается, понял. Ну ладно тогда. Выберите товар. Да успею 27%. Я поздно сообразил. Уже 35%. Во. Хорошо. Выберите товары. Отправка будет отменена, мой. Да не надо. Почему он что-то отменяет? А как разрушить? Выберите товары. Выберите товары. Все, двадцатку бери сразу. Беги. Вези. О, они несут. Да, успеваю, успеваю. Сорок семь, 48. Наш замок в огне, мой лорд. Надеюсь, водоносы смогут его потушить. А, чё, я, все нормально, сейчас вот замок этот дособерут, 73%, и все, я уфну. Блин, сгорело все-таки, водонос не успел, надо уволить его, пожалуй. Ну, не успел человек, 77%, у меня еще процентов сколько здесь, 45% осталось. О, зато они мне деньги платят, кстати, здорово. Я им чиню замок, они мне платят деньги, кайф. Наши здания горят. Похоже, мы переехали как раз вовремя.